Итог заключительный, итог, ну, за программа реализовывалась в течение 21 и 22 годов. Программа является правопреемником предыдущих двух программ, которые реализовывались еще в 2019 году, принятые указами президента в 2018 году. Вот, за весь период реализации всего на реализацию программы было израсходовано 120 миллионов рублей. 155 семей получили финансовую помощь на приобретение жилья. Были определены категории основные, которые получали финансовую помощь. Это инвалиды первой группы, это лица, на иждивении которых находится ребенок, инвалиды или инвалид с детства, многодетные семьи от трех и более детей, семьи лиц, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии, а также дети оба родителей, которых погибли или пропали без вести. Вот. Если говорить о приобретениях, то по настоящее время 139 семей, которые успели приобрести, найти подходящее жилье и приобрести из 155. То есть на 1 января 2023 года имеется в виду, 139 семей успели приобрести жилье. По районам, это в Гагарском районе 5 семей, в Гудоутском районе 8 семей, в Сухумском районе 6, в городе Сухум 93, в Кулюрикском районе 12, в Ачемчирском 11, в Ткварчалском районе 4. То есть практически во всех районах Абхазии осуществляется приобретение жилья за счет финансовой помощи, которая оказывается в соответствии с программой. Программой также установлены размеры, то есть на заявителя 500 тысяч рублей плюс 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, но не более 1 миллиона одному заявителю. Вот. В принципе, те лица, которые не успели приобрести на 1 января 2023 года, им оказываем помощь уже в 2023 году, и уже 6 семей в 2023 году также приобрели. То есть таким образом получается, что 145 семей уже приобрели, 10 семей пока еще в поисках жилья. То есть почему в поисках? Потому что сами участники